Друзья мои, приветствую вас на своем далеко не развлекательном канале. Сегодня мы поговорим о таком раздражающем эффекте, как дёготь и сера. Значит, берёзовым дёгтем я уже делал видео, потому что мне плохо было, да? Да, по берёзовому дёгтю, ну, конечно, сильная штука, но как препарат, который влияет на микроорганизмы, конечно, могу его рекомендовать однозначно. Но это для особо таких бунтарей, для людей, которые действительно хотят чего-то добиться, которые идут головой на амбразуру. Что касается серы. Сера – это исключительно серная мазь, будем так говорить, да? Серная мазь исключительно, когда вы чувствуете, что в результате тех экспериментов, которые вы делаете, да, у вас появляется какая-то сыпь. Я буду делать отдельное видео по сере, серной мази, цинковой мази, как я пользуюсь, но серная мазь очень хорошо снимает воспаление от тех воспалительных процессов, да, которые выкидывают на кожу. Потому что, как вы помните, Залманов правильно сказал, что дерматология живет только в воспаленном мозгу дерматологов. А на самом деле это те микроорганизмы, которые находятся внутри и которые их вышвыривают наружу. Вот, поэтому рекомендую бунтарям дёготь рекомендую, потому что он действительно... Ну, Вишневского вы же прекрасно понимаете, что он на дегте, да? А тут мы имеем абсолютно чистый препарат, который действительно очень сильно попадает внутрь, потому что, кстати, возгонка самого бирюзового дегтя, она такая же, как в СД2Ф. Поэтому примите это к сведению и выздоравливайте, как всегда, господа.